В этом видео вы узнаете, как оплачивать товары на сайте archtutors.ru. Давайте перейдем на какой-то, например, курс и нажмем кнопку «Оплатить». Опять-таки, эта система работает абсолютно на всех курсах, везде оплата происходит одинаково. Мы нажимаем на какую-то кнопку с оплатой, или вы ее видите на сайте, или вам прислал менеджер, вас перебрасывает на вот такие вот странички, где есть название вашего курса, есть цена, есть поля, которые вам там необходимо заполнить. То есть вы их заполняете. Вбиваете там номер телефона. Вот, вбиваете там город. Нажимаете кнопку «Оплатить». Дальше вас направляет на страницу, где вы можете выбрать способ оплаты. Давайте я вкратце вам расскажу, какие у нас способы оплаты есть. Первый способ оплаты – это шлюз интеркассы. В этом сервисе есть также возможность оплаты в нескольких платежных системах. Об этом я расскажу чуть позже. Потом Яндекс.Деньги. Вы можете нажать, вот, выбрать оплату, и вас перебросит на шлюз Яндекс.Денег, где вы можете оплатить, если у вас есть Яндекс.Деньги. А PayPal, там будет наш email, на который вы тоже можете оплатить, сделать оплату. А LeakPay – это оплата карточками Visa и MasterCard. Когда вы нажмете «Выбрать», вас перенаправит на шлюз LeakPay. Там вы введете номер своих карточек, коды, вам приходит SMS-уведомление, вы подтверждаете платеж, и вас перенаправляет уже как бы наш сайт и говорит, что оплата произошла успешно. И переводы там Western Union, Золотая Корона, они, как правило, идут на личность. В большинстве платежей это может быть или мое имя, выбранное Антон Владимирович, или Сергей Диденко, на его тоже имя можно оплачивать. Давайте я вам покажу, как интеркасса у нас работает. То есть мы нажимаем «Выбрать». Меня перенаправляют на вот такие вот разные иконки, где вы можете выбрать любой удобный для вас способ оплаты. Но опять-таки я расскажу про те способы оплаты, которыми чаще всего пользуются наши клиенты, а вы уже можете выбрать удобный для вас способ. То есть чаще всего это Visa MasterCard, вы просто оплачиваете своей картой и все. Жители, граждане Украины чаще всего еще оплачивают на Privat24 или тоже оплачивают, ну, уже на номера, которые вам высылают менеджеры. Потом, и вот есть еще российский банк. Давайте я заострю на этом внимание. Здесь вы нажимаете, да, вводите свой опять-таки email, подтверждаете то, что вы все с этим всем делом согласны. И вот смотрите, у вас вылетают вот такие вот реквизиты. То есть вы можете просто пойти, распечатать эту квитанцию, да, и в любом банке оплатить этот платеж. Платеж идет 3 или 4 дня, поэтому вы можете, чтобы быстрее приступить к обучению, вы можете сфотографировать квитанцию об оплате и выслать менеджеру, чтобы он вам сразу дал доступ. Потому что деньги там поступают через 3-4 дня на счет. Важно не менять вот это вот назначение платежа, потому что именно благодаря вот этому назначению платежа банк будет понимать то, что эта оплата идет нам, а не в какую-то другую организацию. Это важно понимать. Давайте еще тут посмотрим, еще раз какой-то способ выберем. Вот, например, Visa MasterCard, да, вас перенабросит просто на обычный вот такой способ. И, в принципе, вы можете оплатить любым удобным для вас способом. Ну, чаще всего оплачивают нам с карт, поэтому можно делать так. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы можете позвонить нам на вот наш номер телефона, который вы видите внизу сайта, или написать на почту, или опять-таки списаться с нашими менеджерами ВКонтакте или там на Фейсбуке. Ну, то есть менеджер, который с вами работает, он вам детально объяснит все способы оплаты.